О, это уж такие! Да. Прям почти как фаталити Mortal Kombat. И тросик оборвался, и все. Хотя тут чем худее, знаешь, тем больше шансов у тебя, что не летально. Хотя... Вы-то откуда здесь взялись? Шмальнул такой. Откуда? Они такие странные. А, не упс, все нормально. Все нормально. Да. А вдруг там водичка? Пойдет. В джакузи стоит. Что такое? Я бы не печенье нравить. Они тут обустроились, неплохо. Ну да. Посмотри, тебе можно что-то манипулировать. Лавиши действия. А можно смириться. Это пауки есть? Это фонарь ремонт. Нет, ну мало ли фонари для того, чтобы пауков отпугнуть. Why? Почки. Зачем так много топлива? Отлично. Нет, не далеко. Гальбащий что-то. Тебе пули принес. По-братски. Блин, как тебе пули принес? Справа находится. Где там пушка? Там ничего. Нет, не взяла, блин. Здесь на отдаление от нее. Там дядя с дробовиком? Не знаю, с чего. А, с револьверным гранатометом. Да. Попадаю. Да, у них такая анимация попадания, блин, как в GTA San Andreas. Дёрганная. Я не вижу где-то. Может, не добавить, да? Ой. Это такая исчезающая пушка. Самоуничтожалка. Получается. Кому это стреляет-то? Блаженный, что ли? Блаженный? Да. Возле того места, которое ты пробежала, там еще пушку убежала. Ты видишь ее или нет?
Вон она, вон она, вон она. А, ну фиг с ним. 30 патрон. Что? Как и так тут мало. 30 патрон. Вам страшно? Там будет леопард. Леопард? Леопард? Будет, да. Он больно кусается? Не допусти, чтобы он укусил тебя. Галя так любит кошек, что он приближается к ним. Опасно. Сейчас опять самое жесткое. Валун? Да. Может, он какой-то на пульте управления? Почему он за тобой охотится? Неплохо. Галь, а у валунов тоже есть душа? Чем? Ты что, зацикленный валун? Или у них там завод по производству валунов? Там два валуна, тут один валун. Нечестно. Баланс должен быть валунов-то. Лара. Значит, ты тоже явилась за ключом Галали? Превосходно. Попробую притвориться. Какая отвратительная рожа. О, ты знаешь. Это то, что соединяет осколки меча. Штуковина размером с кулак. Если верить Аманде... Она тут. Что ты знаешь об Аманде? Где она? Хм. Так значит, твой отец проводил тут какие-то раскопки, да? Знаешь, Аманда подумала, что, возможно, он отыскал ключ. Я не знаю, о чем ты говоришь. Лучше расскажи мне про осколок меча, которым ты так любишь размахивать. Ха-ха. Ну, я уделил этому немного времени и кое-чего добился. Позволь, я тебе покажу. Мощно! Что, хотела бы уметь так? А как тебе вот это? Помнишь, как есть? А? Что, хотела бы уметь так? Не-не-не, нахуй. А, я потом... Что, хотела бы уметь так? Что, хотела бы уметь так? Хорошо, сделаем так. Черт побери, Лара! Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Хорошо, сделаем так. А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? Ты ведь знаешь, что это бесполезно. Просто ускорь. Ну, сейчас я ничего не так. Черт побери, Лара. На время? Черт побери, Лара. Артефакты, магия. Все, конечно, здорово. Но старая добрая граната все равно. Не так. Что, хотела бы уметь так? Ну, хорошо, не сделай. Тебе понравилось? Получи еще. Что, хотела бы уметь так? Сложно, но напряженно. Да вообще. Черт побери, Лара. Хорошо, сделаем по-твоему. Черт побери, Лара. Что, хотела бы уметь так? Хорошо, сделаем по-твоему. Что, хотела бы уметь так? Что, хотела бы уметь так?
Я понимаю, почему ты тратишь свободное время на поиски этих артефактов. Но на это... Хорошо, еще один. Моя игрушка тоже на что-то сходится. Я уверен, что ты поменял бы ее. Саня! Саня! Блин! Я не могу, реально. Я уже все, мне хуйня. Я не могу даже ходить, не знаю, что мне не нравится. Чего? Давай, 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 давай. А как тебе вот это? А? Хорошо. Все, отбивайте прямо. Отбивайте прямо. Черт победила. Черт победила. Черт победила. А как тебе вот это? Все нормально, нормально. Ну, это нормально, вы себя убиваете. Черт победила. Хорошо, сделаем так. Черт побери, Лара! Ему не липни! Саня! Помоги мне! Что, хотела бы увидеть так? Черт побери, Лара! Мне подсказать что-нибудь? Сделай! Да. Шар! Шар! А как тебе вот это? Да помоги! Ну как? Вот это? Ну что, а как тебе вот это? Что, хотела бы уметь так же? Он сам все подо... Он сам себя подорвал, блин, да как так? Я вообще видишь, что не враг, Атланд. Вот, я первый это раз вообще смогла сама стен, пройти. Чтобы соединить и разъединить их снова. О. Ключ Галали? Молодчина! Я... Нет, реально, полагаю, это нелегко, не блин. Нет, ты понимаешь, что мне... Крестовые походы? Король Артур? Я не интересуюсь историей. Ну что ж... Тогда почему бы тебе не остаться здесь и не подумать о своем будущем? Но сделай так, чтобы меня в нем не было. Может, твой отец и не нашел ключа Галали. Но Аманда этого не знает. И сейчас она находится в твоем особняке. Надеюсь, у тебя хорошая страховка. Лара! Наконец-то! Я пыталась дозвониться целую вечность. Что случилось? Эта женщина вломилась через парадную дверь. У нее было какое-то... Даже не знаю, что это было за чертовщина. Это было как черный дым. Я скоро буду. Нет, у нас все в порядке. Следуй за ней, она направляется за еще одной частью меча. Что? Куда? В Казахстан, я нашел фото. На нем есть те части, которые ты уже нашла. Хорошо. Проведите инвентаризацию и попробуйте найти нечто под названием «Ключ Галали». А мне тем временем предстоит сменить климат на более холодный. Наденьте потеплее. А я хочу померзнуть. Нормально. Неухомонная женщина. А, да. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо всем огромное за внимание. Было ярко, было бодро, было нервно. Но интересно. За мои нервы еще тоже задонатите. Через видео сразу. А потом эти лекарства... Ой, эти деньги придется мне на лекарства. Не грустите, не болейте, не скучайте. Скоро продолжится. В Казахстан едем! Казахстан! Все, пока-пока. Пока.